Всем привет! Вы на канале художницы Натальи Рязановой. В этом видео я расскажу о картине «Птица утренней зари». Эту грациозную, красивую птицу невозможно спутать ни с какой другой из-за определенного строения тела и удивительно красивого розового окраса оперения. Цвет оперения нежно-розовый. Розовый окрас оперения обусловлен наличием в тканях жироподобных красящих веществ, каротиноидов, которые птица получает из пищи из различных рачков. Голова у птицы небольшая, клюв массивный, посередине коленообразно изогнутый вниз. Фламинго питается моллюсками, рачками, личинками и насекомыми. Предпочитает гнездование, отдается высокосоленым щелочным озерам с высоким содержанием натрия, глины и сероводорода. Меня завораживает красота оперения, необычное строение тела, ведь действительно ей посвящают стихи и нередко встречается как персонаж в литературных произведениях. В этой птице действительно есть что-то сказочное и волшебное. Цвет утренней зари, цвет преображения и обновления. Предчувствие нового дня, что принесет за собой что-то полезное, прекрасное и чудесное. Словно восход солнца несет в себе божественную силу и энергию, наполняя и заряжая наши души светом нового дня. Нередко фламинго называют птицей утренней зари. Полет стаи фламинго завораживает цепочкой красных огоньков в небе. Живой гирляндой эти огоньки мерцают то белым, то ярко-розовым цветом. И создается впечатление огненных вспышек в небе. Фламинго собирается в крупной стае, шагая на своих длинных ногах по илистому дну мелководья. Название фламинго от португальского и испанского означает «пламенный». Существует легенда, когда на земле произошла великая засуха, приведшая людей к голоду, фламинго жалились и стали кормить людей, выклевывая из своего тела кусочки мяса. Кровь текла по их оперению и окрашивала в розовый цвет. В Египте древние египтяне птицу почитали как божественное создание. Фламинго считал священной птицей. Фламинго олицетворяет египетского бога солнца Ра, и не случайно изображение на старых фресках египетского бога солнца изображали с головой фламинго и телом человека. Фламинго относится к одной из самых древних птиц, появившихся на Земле. Археологи обнаружили останки ископаемого фламинго, который близко по строению к современному виду птиц. Им не менее 30 миллионов лет. Для некоторых людей фламинго – это символ красоты и грации. Их длинные ноги, гибкие шеи, умение величаво ходить по воде. Красивые синхронные взлеты, действительно красиво. Розовый фламинго – это символ надежды, исполнения желаний и прекрасных грез, красоты и грации. Розовый цвет ассоциируется с мечтательностью, нежностью и любовью. На фламинго можно любоваться часами, завораживая и гипнотизируя необычностью форм, красотой и грацией. Словно восход солнца, рождение нового дня – это всегда маленькое чудо, как и любое природное явление – снег, дождь, туман. Природа добра к нам и дает возможность любоваться своей необыкновенной красотой, наполняя наши души светом. Словно утренняя заря, ярко и нежно удаляет всю душевную тьму, негатив и злость. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.